Приветствую, на связи Андрей Жариков. В данном видео я покажу, как Форекс-робот DaVinci заработал для своих владельцев 19 818 долларов без продаж и приглашений. Когда мы говорим о заработке в интернете, чаще всего речь сводится к тому, что нужно продавать какой-то продукт или рекрутировать людей в свою команду. Именно в этом как раз и заключается проблема, потому что у большинства новичков нет необходимых навыков для продвижения товаров или рекрутинга людей в свою команду. В лучшем случае человеку удается подписать несколько человек из своего окружения, из своих знакомых, а дальше команда не растет. Тот доход, который вы сейчас увидите на этих графиках, отличается тем, что это абсолютно пассивный доход, полученный с помощью автоматизированной торговли на рынке Форекс. Рынок Форекс – это международный финансовый рынок иностранных валют с оборотом более 5 триллионов долларов в сутки. То есть это колоссальный рынок, колоссальное количество денег. И автоматизированный робот DaVinci сам знает, когда нужно открывать сделки, когда их нужно закрывать. И давайте посмотрим результаты, полученные на торговых счетах. Еще раз подчеркиваю, абсолютно пассивным способом. Торговля на данном счете началась 16 февраля 2018 года. И на данный момент продолжается уже 19 месяцев. Как видите, по этому графику торговля идет стабильно, без значительных просадок, без слива счетов. И на данный момент, с учетом капитализации, с учетом сложного процента, прибыль составила уже 1729%, что, на мой взгляд, впечатляющий результат. Торговля на этом счете началась в феврале 2019 года, и на данный момент прибыль составила 134%. Этот счет начал работу также в феврале 2019 года, и прибыль составила 169%. Торговля на этом счете началась 4 декабря 2018 года, и прибыль на данный момент составила 400%. Здесь торговля началась 1 марта 2019 года, и прибыль составила 117%. Здесь торговля идет с 30 января 2019 года, и прибыль составила уже почти 160%. Здесь торговля идет с 30 января 2019 года, и прибыль составила уже 160%. Здесь торговля идет с 22 марта 2019 года. Прибыль на данный момент составила 92%. Здесь торговля идет с 27 января 2019 года. Прибыль составила 116%. Здесь торговля идет с 28 января 2019 года. Прибыль составила 119%. Здесь торговля идет с 3 июля, и прибыль на данный момент составила 57%. Торговля на этом счете ведется с 9 ноября 2018 года, и прибыль на данный момент составила уже 440%. Торговля на этом счете идет с 28 января 2019 года, прибыль 117%. Здесь торговля идет с 9 марта 2019 года, прибыль 71%. На этом счете торговля идет с 8 апреля 2019 года, прибыль 73%. Если результаты, полученные на всех этих счетах, свести в одну таблицу и просуммировать, то получается, что прибыль в процентах, полученная на данных счетах, составляет 3794%. Прибыль в долларах составляет 19 818%, но данные здесь не полные, потому что на трех счетах не указано, скрыты данные, сколько было заработано именно в долларах. И если сложить срок работы всех этих счетов, получается примерно 117,9 месяцев. Таким образом, на всех перечисленных счетах робот DaVinci суммарно заработал 19 818 долларов. Повторяю, это полностью пассивный доход без продаж и приглашений. Что касается стоимости робота, то существуют 4 годовые лицензии стоимостью 250, 500, 1000 и 2000 долларов.
Лицензия за $250 позволяет иметь на счету до $2000. Лицензия за 500 позволяет иметь до $5000. Лицензия за 1000 позволяет иметь до $15000, но при этом включает два счета. Таким образом, вы можете иметь два счета по $15000 на каждом, итого суммарно 30. Лицензия за 2000 позволяет иметь два счета до $50000 на каждом. Лицензия оплачивается на один год, через год лицензию нужно будет обновлять. Помимо пассивного дохода, можно также зарабатывать на продаже лицензий. С первого уровня вы получаете от 10 до 20%, со второго уровня от 3 до 7. Также есть бинарный бонус от 3 до 11%, матчинг-бонус с 5 уровней от 5 до 10%, а также есть лидерские пулы в размере 2%. Более подробную информацию о том, как установить данного робота, вы можете получить по ссылке под этим видео. Если у вас остались вопросы или нужна помощь в установке робота, обращайтесь по указанным контактным данным. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.